сотрудникам несложно давать деньги взаймы сотрудникам, если вы договариваетесь, вы читаете из зарплаты. Но если ваши подчиненные это имеют в виду. Если это ваши, ну как бы, сотрудники по работе, не подчиненные, это так же, как родственники. Вы отдали деньги взаймы, и отношения трескаются. Всегда по-разному. Деньги обладают силой в зависимости от того, как вы контролируете ситуацию. Если вы ее не контролируете, значит, тогда они к вам не вернутся назад. Потому что вы же знаете, что вы отдаете, человек получает чужие деньги, отдает свои потом. Он же свои отдает. Кто вот, например, из вас отдает чужие, когда он взял? Поднимите руку. Все. Вы? Супер. Значит, у вас вот этому человеку можно давать взаймы. Это значит, если это правда. Потому что вот это чувство, что это не мои деньги, а чужие, очень редко у кого бывает. В основном все считают, что это мои. А отдавать мои уже тяжело. Поэтому так вот. Почему банкам мы отдаем деньги? Потому что жесткие условия. Страх. Из-за страха. Но если вы с сотрудником работаете, там нет никакого страха. Почему друг отдает деньги? Потому что он боится потерять отношения. Это для него очень важна дружба. Тогда он как бы деньги отдает. Родственник не отдает, потому что родственные отношения не потеряешь. Они вечные. Он должен меня понять, он может надавить через других родственников, слезу выжить и так далее. Поэтому, если вы хотите кому-то помочь, дайте ему чуть-чуть денежек. Скажите, больше не могу. А возвращать не надо. И все, и на этом все закончится. Потому что в чем мотив ваш? Почему вы меня спросили? В чем мотив? Почему вы спросили меня отдавать деньги, ну как, сотрудникам? В чем мотив? Кто спрашивает? В чем микрофон назад? Сейчас мы разберемся. Очень важный мотив. Если это просто, чтобы не потерять отношения, тогда можете как бы дать небольшую сумму просто. Получается, мотив поддержать в трудную минуту и не потерять отношения, конечно, поддержать человека. Но в итоге, с течением обстоятельств, получается так, что садятся на шею в итоге. Да, вот поэтому даете просто немного, не взаймы, а вообще просто так. Просто даете на поддержание и говорите, что взаймы. А потом, когда он второй раз спрашивает, вы скажете, ну ты же эти не отдал. И все, у вас есть как бы алиби. Понимаете, когда вы деньги кому-то даете, вы не помогаете ему, этому человеку. Деньги чужие никогда не помогают, они только балуют всегда и все. Помогает, например, наоборот, отсутствие денег. Когда у человека нет денег, он реально развивается как личность. А когда денег много, он теряет силу. Тогда в чем ваша помощь? Помогите ему лучше советами и про его развитие. Помогите ему развиваться просто как человеку. Это будет помощь настоящая. Если он хочет развиваться, сразу увидите, хочет он развиваться или нет. Если он не хочет, так зачем тогда ему помогать? Пускай мучается. Это будет для него больше пользы. У меня был такой случай. Одна женщина стояла возле метро, говорит, помогите для лечения сына. А мы как раз лечим эти заболевания. Я говорю, давайте я вас бесплатно полечу. Дал ей номер телефона, там все. Она не пришла. Ей не нужно было лечение. Ей нужны были деньги. Услышали ответ? Определите, что нужно человеку. Дайте ему совет, определите, что ему нужно в жизни. Если ему нужно развитие, вы увидите, как он развивается. Помогите ему. Помогите своей помощью просто тем, что вы можете сделать для него. Пускай вы ему что-то приобретете, там что-то сделать однократно, допустим. Но если вы ему даете деньги, вы ему
даете свою кровь и также даете уверенность, ну как бы вы даете ему вместе с этим ответственность за вашу судьбу. Потому что деньги в ваших руках – это то, что вам дал Бог для добрых дел. И даже когда вы в свой статус, в свое развитие их вкладываете, это тоже означает, что когда-нибудь вы будете вкладывать в то, чтобы люди в этой стране были счастливыми. Для этого и живет и руководитель, и предприниматель. Просто они по-разному делают людей счастливыми. Руководитель создает это через социальную структуру, а предприниматель через обогащение людей. И именно вам дает Бог деньги, потому что у вас есть способность это делать. Но если у человека нет денег, ему не хватает на жизнь, дайте ему возможность жить, допустим, как-то и устроить его на работу, потому что это более важно, чем просто получать деньги. А если человек по природе такой же, как вы, тогда он сам себе заработает. Потому что лидер никогда не бывает нищим. Просто разберитесь, чего вы хотите этими деньгами сделать. Вы хотите развить человека, избаловать его или поменять его природу? Чего вы хотите сделать? Если человек по природе не может быть лидером, у него не будет много денег, ему и не надо. Потому что лидеру деньги даются для добрых дел. Правда, мы не всегда это понимаем, и потом за это будем страдать, несомненно. Я не знаю, может, у вас какое-то есть по этому поводу мнение, я сложную тему затронул. Обратную связь? Нужна обратная связь? Знаете, может быть, я не очень правильно понимаю. Вот сейчас в результате... Может, я неправильно понимаю? Ну вот, в Нагорной проповеди у Иисуса Христа прописано, у желающего занять у тебя не отвращайся. Не отвращайся. Может быть, я не очень правильно понимаю смысл, который Христос хотел сообщить людям. Наверное, речь идет о пожертвовании. Просто о том, чтобы дать человеку денег. Все. И это также означает, что вы их не ждете назад. И вот ровно столько, сколько вы не можете, можете не ждать назад, вы не можете давать. Иначе у вас будет боль внутри возникнет, потому что ваши деньги – это ваша кровь перед Богом. И если этот человек вам не отдает, и он не развивается при этом, вы будете страдать очень сильно от этого внутри. И это страдание вы убрать не сможете, потому что это ваша проблема перед Богом. Приведу такой пример. Это вопрос пожертвований. Это важный вопрос. Например, вы хотите помочь детям, которые живут в детском доме. Да? Вы хотите им помочь. Вы приносите деньги, даете воспитателям, говорите, пожалуйста, эти деньги потратьте на то, чтобы накормить детей в праздник вкусной пищей, чтобы они порадовались хотя бы раз в жизни. Теперь у меня вопрос, есть гарантия, что эти деньги именно так будут использованы? Нет. Нет, потому что сейчас общество деморализовано. 100% они часть денег возьмут себе, а может быть и все. Теперь второй вариант. Вы приходите в детский дом и говорите, я хочу помочь детям и сделать так, чтобы они покушали вкусно в праздник. Можно ли я это все организую? Ну, то есть, процесс закупки продуктов, процесс приготовления, буду за всем следить и сам накормить детей. Если они скажут нет, тогда это значит, что они там обманщики. А если скажут да, при таких условиях, что вы вот так вот будете кормить, так у нас у них диета там и так далее, тогда нет проблем. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Что в наше время пожертвования надо доводить до цели. Если вы дали деньги человеку, который не может ими распоряжаться, вы также должны довести их до цели. Вы должны сделать так, вместе с этими деньгами, чтобы он эти деньги привел к этой цели. Понимаете? Но если вы этого не делаете, им просто даете деньги, то это греховный поступок. Но если человек проверенный, ответственный, серьезный, ваш друг, и он как бы точно попал в беду, у него точно есть способность эти деньги применять правильно и довести их до цели, тогда вы можете дать, и все будет хорошо. Но вот в моем коллективе мы никому деньги не даем взаимно вообще. И никогда. Мы можем дать человеку духовное знание, можем все что угодно дать.
Но деньги надо давать только очень развитым людям. Иначе есть вероятность, что этот человек не сможет их использовать правильно, не градит. Понимаете? Можно сотруднику помочь построить дом, допустим. Если он младший, можно потом зарплатами у него забрать назад. Это одно. А просто дать деньги, ответственность очень большая. А вдруг ему сломают крышу? Деньги же обладают силой. И где гарантия, что ему не сорвет ее? Нет гарантии никакой. Кто будет виноват, вы. Если даете деньги, доводите до цели. Вот на строительство дома, и мы тебе поможем построить. Все. Довели до цели, потом зарплаты забрали назад. Все. Проблем никаких нет, если так.